заведении уже начали работать оперативники, но посетители не торопятся прекращать игру. И это несмотря на то, что полицейские объявили, что клуб закрывается и выигрыши выдаваться не будут. От своих дел отвлеклись только администраторы. Девушки утверждают, что на работу вышли первый день и стараются убежать от камеры. Не надо больше меня снимать. Одновременно в этом клубе могли играть 10 человек. Столько компьютеров-моноблоков сотрудники полиции изъяли в ходе рейда. Оборудование отправлено на экспертизу. В настоящий момент сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия на установление и розыск организатора нелегального подпольного бизнеса. Администраторам заведения придется заплатить штраф. На них был составлен протокол об административном правонарушении. Девушкам необходимо искать другое место работы. Заведение было закрыто, а помещение опечатано.